Другим происшествием сотрудники регионального УФСБ привлекли к ответственности сторонника радикальных течений в исламе, который в социальной сети ВКонтакте разместил видеоматериалы с призывами к экстремистской деятельности. Следственным отделом управления ФСБ России по Мурманской области в отношении жителя региона расследовано уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 208 Уголовного кодекса Российской Федерации «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети интернет». Приговором Октябрьского районного суда города Мурманска мужчина признан виновным в совершении указанного преступления со значением наказания в виде лишения свободы на срок 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год, в течение которого он должен своим поведением доказать свое исправление.